используем ту конструкцию, которая у нас есть. Шея, упор, локоть. Моя задача, чтобы сделать любое действие, будь то гардпул, будь то тейкдаун, да, ну, собственно, если мы на первом этапе даже свип, мне нужно немножко пошатнуть его равновесие. Да, немножко сделать его слабее, скрутить позвоночник, пошатнуть равновесие. Да, чтобы у меня была секунда, когда соперник ищет баланс. И я эту секунду буду использовать. Моя задача здесь, я делаю вот такое движение. Локоть внутрь, шею сюда. Да? И шаг вот здесь. Да? То есть, пум, рука здесь, отшаг. Не от него, да? А такой циркуль. Да, я скручиваю вот здесь. При хорошем раскладе и при податливости оппонента может получиться и такая же. Ничего. Почему нет? Но это сказка. Никому не показывайте, не рассказывайте, что вы это видели. Бум. Здесь, здесь. Здесь скрутил. Окей? Вот сейчас мы эту штуку поделаем. Раз, два. И, пожалуй, сразу добавим сюда историю с локтем. Да, я сразу беру свой андеркук. Раз, два, скрутил. Мой локоть находится у него практически под мышкой. Рука вниз. Подмышка к подмышке. Мы здесь. Да, здесь у меня куча опций. Может быть, я буду ломать его в эту сторону, да? Может быть, если он дура выпрямляется, я буду делать вот эту штуку. Сейчас просто доходим до андеркука. Раз, слегка скрутил, мой локоть уже у него под мышкой. Движение вниз и вот сюда, на него. Ни в коем случае не вот так. Он мне хрен когда даст так андеркук засунуть. Да, не давай. Да. Пальма, раз, локоть. Здесь. Оп. Окей, делаем до этого момента. Раз, пум, здесь. Окей? Раз, два. Итак, здесь, здесь. Что-то пошло не так, может быть. Сейчас я его не обнимаю. Я хочу приблизиться к нему максимально близко. Рука в воздухе. Да, жест напоминает что-то, но нельзя это говорить сейчас в статье. Да. Ум. Сюда. Развернул сюда. И мое движение, я пошел. Да. Назад с кривой спиной продолжает тоже идти. И от падения его защищает возможность сделать шаг. Том-пом-пом-пом. Мне нужно ограничить возможность сделать шаг, он падает. Это некрасиво, от Ухарова лишних 2 баллов мы не дождемся за это, но 2 балла заработаем. Раз, здесь, оп, мы здесь. Все просто. Я делаю вот такое движение. Ногу не хватаю, я просто останавливаю таким стопорящим движением возможность отшагнуть. Еще раз. Пум, вот здесь, нырнул. И, опять же, я не захожу спиной, ничего не получится. Я двигаюсь по диагонали на него. Вот туда. Пум. Окей? Попробуем. Раз, два. Ошибка, которая встречается сразу у всех. Мы пытаемся человека обнять и толкать. Это очень сложно. Получается, что мы противоречим своим движениям. То есть, с одной стороны, я его толкаю, а с другой стороны, я притягиваю. Да, и ни хрена не получается, потому что навстречу 2 одинаковых движения. Поэтому рука прямая, и я прямо его толкаю. Оп. Очень сложно человека толкать и притягивать одновременно. Вот здесь толкать его сложно, я его держу. Да? Поэтому я его именно толкаю. Хорошо, рука прямая, не обнимаем. Прям в воздух. Я скрутил, нырнул, я его держу. Я выпрямляюсь сам и шагаю не внутрь него, да, не хочу вот сюда. Вот сюда, если я шагну, если он вдруг упадет, это гард, хавгард и так далее. Я вот здесь и ножку убираю со своей траектории движения. Да, возможно, как бы идеальных ситуаций в схватке не бывает. Да, возможно, я пойду сюда, и он упадет, да, падает. Так что я окажусь здесь. Может быть, окей. В любом случае есть 2 балла, и у меня есть опять пару секунд для того, чтобы пройти его. Пока он летит, я уже вижу, как он падает. Да.
Раз, ухожу с ним. Да, я все время не хочу попасть внутрь его ног. То же самое у Бодика. То же самое у Гарри. Я не хочу нырять ему между ног. Да, я все время буду искать способ обойти. Да, здесь. Окей? Попробовали. Прям пару раз один, пару раз другой. Раз, два.